Туда же, да? Там такие мало прикольно. Подал, Тёма, спущенный, блядь, дал. Да? Ты же сказал нормально, я и дал хороший. Красивый дал, я понял. Я красивый дал, да. Там чей-то укатился мяч туда. Это не наш? По дороге он туда. Это наш, это наш. Наш уже аж туда укатился. По дороге туда. Нет, у меня все мячи есть. Не наш? Это вон еще. Вон. Из игры. А, из игры. Вот туда аж укатился. Там не наш играет? На этом поле не наш играет? Не-не-не, на солнце. А, все. Он туда аж на дорогу укатился. Туда по дороге. Блин. Отвлекли. С этим мячом. Капец. И я не успел нормально снять. Вот я, возьми жмень тут, сюда, пожалуйста. Сейчас мяч можно. Лусик, прости, отвлекли. Что, уже 1-0? Да. Да как так можно? Я еще и плохо снял, меня отвлекли мячом. Блин. Говорят, мы настроились перед игрой. Третья минута. Вторая вроде. Ну, два, да. Саня-то, Саша, да, с коленом бежит такой, я спешу, спешу. Говорю, там не стоит, говорю. Вот, а не, мы настроились. Настроились. О, ребятки, ребятки. Там узнавать, там серьезнее надо настраиваться. Они просто расстроились. Ну, расстроились, это понятно. Наверное, после первой игры расстроились, и на вторую. Что-то они забыли выйти, я так смотрю. Вдвоем! Там вдвоем!
Вот,
Давай. Какой у тебя счет? Кто ведет? Ленин? Право забегает, право двое. Гитар! Вот двое, мы тут с вами! Назад, забираем! Пойдем! Молодчинка! Молодчинка! Право, право, чага! Металл, прекращай. Это и Катин. Зевать начну. Я думаю, мы его пивка дернут, там он стоит же, да. Давай уже, все, уже последний матч. Yeah.
Сам! Сам! Как долго собирался? Да? Ну, как дали ударить так. Павлович еще долго затянул что-то. Он чуть пошагал. Ну, уже 3-0. Это второй матч, они опять 3-0 летят. Это еще только первый этап. Заканчивать карьеру. Давай, 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 давай
Один на него. Первый, да? 4 минуты отставания. Шапа еще спешит, наверное, пиво отстынет в холодильнике. Палыч что-то, он нормально-нормально что-то раз под конец. И у него это самое, будильник сбился что-то. Так реально 2 минуты переиграл и что-то пошло не так. Думают, что типа будет и так, да? Не знаю, что они думают, что-то. Ну, уже будут на телефон снимать. Правильно?
Все, я отбиваю. Хорошо, что сказал, потому что это ж Русика повербом. Лёд, слышишь? Так бы Русик ушел. Да не, ну Русик такой, чтоб сказал бы. Да уже раньше надо было достанет. Давай, вот сюда, сюда, сюда. Вообще надо попасть в услугу. Давай, бегай туда-сюда, бегай туда-сюда. Давай, бегай туда-сюда.
Потом Друзик уже на там играет, ну, да, половину. Для Палыча это не имеет значения. Это не принципиальный момент. Вытащил вратарь? Нет, он... Вышел... Так,
Повезло. Не ушел мяч. Не ушел мяч. Ты манеру с детства в это самое принимаешь, Павлович? Да. Я так и понял. Ну да, если судить по тому, то да. Тогда это логично. Он будет заметить, что не его поле уже играет. Интересно, столб он заметил? Я думаю, если бы игроки дальше продолжили играть, он бы даже ничего не сделал. Просто играет. Да. Стой. 7-0.
Розик, ты уже не будешь? Не будешь выходить? Ну да, счет такой же. Там первый гол плохо снял, мне отвлеклись мячом. Ну и хватит 5, если что. Не, ну видно, ну это просто камерка. Не, ну, как мы видим, да.
Ах, Моза Мичес. Хороший, да. Завтра на 12. А почему они на 12? Они говорят, им на 2 завтра. На 2. А? На 2. Блин, ручка. Ага. Считался. Не, ну я не знаю, он дал нам посчитать, что он мне дал. Ну, это пока не выкидывай, допью. Ну, кто-то выкинь, да. Уголек здесь, шапа здесь. А что вы, ребятки, что на паузе? А руку пожать. Ребятки, что на паузе? Мы завтра. А, вот завтра играем? Мы на резине. Так, придем. Это ну, не молодые, я тоже так, мы тоже так делаем. Ну, Рома Казнин, удар. Хороший удар, сжал головы вратаря. Правильно.